появилась машина. Все больше и больше, видать. Вся машина. Уж не к нам ли едут. Давайте мне. Давай. Аппарат сложи в карман. Давай. В карман положи тут аппарат. Еду. С миром. У батюшки благословились, все. Ну, слава Богу. Приехали. Давайте, заходи. Вот, привез. Так, ребята, давайте, жаждут потрудиться во славу Христову. Володя, мир тебе. С миром, брат. Почти все переделали. Слава Богу, хорошо. Ну, конечно. Они сразу подпрыгнули от радости внутри, прям, оп. Да не, работа много. У нас рыбу надо сейчас срочно. Сейчас заберешь хлопца, пойдешь туда, там ночуете. Мужская половина там. Ага, хорошо. А женская здесь. Хорошо. Так, вещи вытаскивайте, давайте. Давайте, поможем. Давайте, мы вас подождем, сейчас Володя пойдет, там вам все покажет. Тихо. О, разгружайте, тут вещи не будет. Все нормально. Ага. Я уж устал тут ждать. Унесешь. Улице, комаров кормить. Хорошо, да. Я... Так. Так, там двое. Давай. Это хлеб у нас тут. Не забывайте, у тебя там у кровати... Да. Это, ну... А хлеб сюда все это? Да. Здесь. Да, ну, давайте тогда хлеб. Кухня здесь. Тогда хлеб все это сюда. Сегодня Валентина Сартисон из Германии предупреждает, женщины, приедете, главное место, точка, это кухня. Чтобы работали. Ну, конечно. Так. Извините, Лили. Да, что? Так, это карасик. Мать, мои баулы тоже. Карасик. Выбирайте. Вы сначала помогите. Это, свои вещи-то поставьте и носите вот это вот. Да. На давайте. Сюда, на травку ставьте. Не на опилки. Сейчас, если что-то есть скоро портящиеся, сразу давайте в холодильник. Да. Это не нахуй. Так, вот она, очень скоро портящаяся. Самый большой наплыв будет в пятницу, наверное. Вот он. Вдвоем несите, это рыба. О, дядь Володя должен показать, да? Ну-ка. Я думаю, вдвоем. Вот сразу несете вдвоем, да? И влево поставите. Так, а это вот капуста, тут овощи. Так, знаешь, сколько их? Капуста, овощи. Я помню. Да, заходи. Я покупал. Ты что, тебе правильно держишь? Как хлебик. Как хлеб. Да. Тащи. Вот здесь ставьте, все, здесь ставьте. Я хлеб там поставил, выпечка. Да? Молодец. Хлебушек еще. Хлебушек. Ага. Вот ты хлебик. Морозилку включаем. Куда это? Че там? Я не знаю. А, овощи туда неси. На кухню, на саму. Ночное ведро там есть? Так. Должно быть. Вот пряники на улицу, чтобы не выносили ведро. Сейчас утро вылили назад. Угу. В прошлый раз ведро выносят, а оно от солнца лопается и ходить некуда. Ничего себе. Да и ночью зачем на улицу выходить? Все внутри. Ты тут еще не была? Нет, я ни разу здесь не была. Сейчас все увидишь. Еще рука свободна. Так, это Надежда Васильевна. Ага. Надежда Васильевна придет, она не забудет ее подать. Это цикорий. Вот так. Цикорий натуральный. Этого цикория тут можно машину накосить. Так его как сделать, чтобы его пить-то? Так, все? Да, все. Так, мужское, все, забирайте. Забирайте. И? Забирайте свое. Так. Это надо. Сейчас поедем, покажи отдельно ее. Ребята-то никто ночью под себя не ходит. Надя Тихонович, можно мне сейчас быстренько сходить, да, отнести это? Лиза попросила Ирине Устиновой отнести. Ну пусть стоит, сейчас отнесем. Я сейчас отнесемся сразу. Я с ней.
Вась. А это что, твое? Это все мое, да. Только заноси туда иди. На кухню пока, потом тебя заведут дальше. Хорошо. Все. Еще есть? Так, хлопцы, идите туда. Дядя Вова, иди там все снимай до конца. Что тут так можно ходить, да? Да. Иди, принимай, как командир на Диме будет. Так, а это надо Устиновым. Устинов отнесут, отнесут. Да, надо поставить, чтобы это цветы, розы. Не перевор... Чтобы не переворачивать, Игнатий. А то сломается. Игнатий Иванович, конечно, пошутил, что тут работы почти не осталось. Работы тут много, как видите. Я уже вижу. Знаете, мне косу и завтрашнего дня здесь ничего не будет. Нет, завтрашнего дня у тебя ног не будет. Косу ты сломаешь здесь, тут на лопатой работаешь. Завтрашнего дня не будет у него ног и не будет косы. Ну почему? Да. Я умею косу управлять, у нас дома есть, ну, такая вот средненькая коса. Ты умеешь косу управлять? Заходим. А там закрыто. Закрыто, зашли. Вот так вот. Отлично. Нестор, держи камеру. Где он там? Пока окрестности поснимай. Я тоже сниму. Да. Давай, Свет. Иди, заходи. Спаси Христос тебе. Тут до вас жил этот Сергей Игнатов, юрист, который все порядком занимался. Чистил все. Это Сергей Игнатович. Да, Игнатов чисто, имею. Сергей Егорович. Раз, все кое-что забыли. Помолиться, да? Ну, конечно. Господи, помилуй. Мир дому всему. С миром принимаю. Мир дому всему. С миром принимаю. Фу. Как там? Дорога хорошая? Да, великолепно доехали. Прошлогодняя тумбочка. А что у тебя там лежит? Сделали все, что хотели. Угу. Практически. Доехал что сюда. Не, я больше не открою. А одежда твоя? Ну смотри, брат, где тут тебе легче будет. Внизу, наверное, да? Или там и там сложно будет. Да, мне. Внизу, может, да. Тут. На коленках-то легче, чем сюда забираться. Хотя, видишь, в чем дело, я обязательно ночью встану в туалет. Угу. Один раз там встану. По-другому никак. Ну что, встанешь? Поэтому. Нужен матрас. Матрасы вот висят. Вот тут есть вот. Тут а это чья кровать? Да это как... кто замет? Я первый. Да занимай, конечно. Я на ней в прошлом году лежал. Матрас снимем сейчас. Вот этот надо будет матрас снять. Здесь что-то здесь вот комна... сделали. Другая комнатка. Хорошую грунтовую. Спать? Да. Что-то грунтовую ты... хорошую дорогу сделали. Это, ну, по колку там. О! Вот это Евгений. Где там всегда? Евгений на Долгов. О! И все, и сразу. Ну, там проскакиваешь, вжить и все, и проехал. Матрасики. Блин, я паучок. Матрас сейчас один надо будет снять. Вот этот хороший, который вот они. Часики. Вот эти. Этот ага. Тут плохие, с комками. Вон, у меня спина помогает. Спина. Спина. Чего у тебя спина? Болела. И еще когда долго спал на матрасе. Я думаю, что... На полу спал. Да, врачом просто. Ты что, Тараси, тебе должно этом... ничего вообще болеть. Ты что? В этом возрасте просто. Ты должен на камнях спать и хоть бы что. Разве можно в этом возрасте про какие-то спины разговоры вести?
Но... Братья. Я же говорю, ты хлюпик. Нестор, ты же знаешь, что нельзя этого делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Это тоже начинает. Да, у меня кровать чуть-чуть. Это сразу тоже начал. Ни стыда, ни совести. Маленький сынок. Тарас, молодец. Ладно. Подходите это на завтрак туда. На завтрак? Да. Вы же не завтракали еще? Не, мы это, в 5 часов-то завтракали. Завтракали, да? Ну да, поели. Ну, немного. Но все равно туда подходите, там разнарядку дадим. Ну все. Слава Богу за все. Братья наши добрались. Слава Богу.